объединяет настольную лампу, миксер и утюг. Правильно, все они электроприборы. А что нужно для их работы? Верно, электрический ток. Так, а жучка тут... Кабельный салат. Что объединяет настольную лампу, миксер и утюг? Правильно, все они электроприборы. А что нужно для их работы? Верно, электрический ток. Так, а жучка тут что делает? Все понятно. Жучка сделала свое любимое блюдо – кабельный салат. Теперь все провода перепутались. А нам нужно включить настольную лампу. Какой штепсель для этого надо вставить в розетку? Давай посмотрим, сможем ли мы разобраться, какой кабель к чему относится. По-моему, этот. Вставляем штепсель в розетку. Включаем лампу. И она заработала! Тыныщ! В этой игре тебе предстоит определить, какой штепсель надо включить в розетку, чтобы заработал нужный электроприбор. А вот и шпуля. Нолик, кабельный салат, который сделала жучка, надо обязательно распутать. Ты всегда должен знать, какой провод к какому прибору относится. А лучше всего спрашивай взрослых перед тем, как включить или выключить какой-нибудь электроприбор. Все понятно? Или надо повторить еще раз? У тебя все получится! Смелее! Пропустить пояснение. Нам нужно поскорее включить один из приборов, а именно стиральную машину. Заработало! Нужно быстро включить DVD-проигрыватель. Работает! Нам нужно поскорее включить один из приборов, а именно принтер. Заработало! Постарайся помочь мне включить утюг. Работает! Нужно быстро включить телевизор. Работает! Нам нужно поскорее включить один из приборов, а именно чайник. Это шнур другого прибора. Давай попробуем еще раз. Быстро включить настольную лампу. Заработало!
быстрее включить один из приборов, а именно блендер. Мне включить вентилятор. Помочь мне включить электродрель. Заработало! Ты справился с заданием! Тренируйся регулярно, и с каждым разом ты будешь распутывать провода все быстрее и быстрее. Только не забывай! Перед тем, как ты начнешь распутывать провода, их надо полностью обесточить. Для этого надо вынуть штепсели из розеток. Лучше всего делать это вместе со взрослыми. Приходи еще!